Возвращаемся к нашему народному прогнозу погоды. С вами я, Алексей Рубашкин, и на очереди Черноморское побережье. Новороссийск, Геленджик и Анапа. Завтра температура оставляет желать лучшего. Плюс 13 днем и то 9 ночью. Еще, возможно, небольшой дождь. А вот среда нас порадует солнечным днем до плюс 16 на столбиках термометра. Ночью температура опустят до плюс 10, что тоже не заставит вас укутаться в одеяло. В четверг, 17 октября, воздух прогреется до плюс 16 градусов. Ночью температура почти не изменится, 14 градусов. В городах, которые сложно забыть, Туапсе и Сочи, во вторник, 15 октября, довольно пасмурно. Днем возможны небольшие осадки, ночью температура опустят до плюс 13 градусов. Среда не принесет больших изменений. Днем плюс 17, ночью прохладнее, до плюс 12 градусов. А были пышных дам в это время года на побережье приблизится к нулю, поэтому четверг смело можно провести на пляже, тем более, что и уровень термометра поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 17. Краснодар в эти дни будет купаться в солнечных лучах. Вторник немного нас подведет до плюс 16 днем и до 9 ночью, но вот в среду уровень термометра поднимется до плюс 20, ночью попрохладнее, плюс 7 градусов. Четверг заставит нас сменить джинсы на шорты, днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью тоже тепло. Тепло плюс 16 градусов.